сейчас делаем? Покупаем корм для животных, универсальный, подходит для каждого животного. И для альпак, и для верблюдов. Для кого? Для верблюдов. И для? И самое главное, и стоит недорого, всего лишь 20 гривен. О, отлично. Корм, контактный дворик. Сейчас посмотрим, что это за дворик. Так, посмотрим, что у нас здесь, Нина. Какие ингредиенты, чем мы будем кормить животных? Это, извините, на минуточку. Капуста, брокколи. Да, потом спасибо. Тыква. О, это очень полезно. Как кошка. Пошло? Right now. Сейчас. Насколько он красивый. Мы боимся его разозлить, чтобы он на нас не плюнул, потому что ходят истории, что если ему что-то не понравится, он может плюнуть. Я думаю, это участь сегодня может. Сейчас мы направляемся на ранчо. Ранчо, где тренируют лошадей. И, вернее, людей тренируют кататься на лошадях. Лошадей. Кстати, очень даже атмосферно. А вот это можно включить. Но, к сожалению, нет никаких лошадей. Просто пустота. И посмотрим, как они любят есть тыкву. О, белый, белый. Он такой грустный. Его никто не кормит. Иди сюда. Да, слушай. Определяем, где север, где юг. Слева мох. Справа его нет. Значит, слева север. По веткам определяем. Север. Слева, все верно. Слева меньше веток.